Сербия может успешно использовать Беларусь как площадку в работе в рамках таможенного союза, а мы можем работать в Сербии, рассчитывая на весь Балканский регион, а может быть и дальше. Мы готовы выстраивать с вами взаимоотношения на всех уровнях и во всех сферах – политике, экономике, межпарламентском, научно-техническом, гуманитарном сотрудничестве. Мы эти годы не бездельничали в наших отношениях, кое-что мы сделали, но скажем откровенно, что многое за это время упущено. И мы договорились с президентом, что мы не просто полны решимости залатать эту брешь в наших отношениях, мы сегодня после наших переговоров просто убеждены, что мы сделаем очень много и уже в течение этого года, чтобы вывести наши отношения между Белоруссией и Сербией на самый высокий уровень во имя наших народов. Мы, конечно же, будем торговать друг с другом, как это делали и прежде. Правда, к сожалению, всего торгуем в год на 150 миллионов, а нам надо в ближайшее время хотя бы полмиллиарда долларов иметь взаимной торговли. Мы, конечно же, будем продвигать инвестиции и в Белоруссии, и в Сербии, поддерживая инвесторов, поддерживая бизнес, поддерживая различные производственные программы. Но самое главное, мы договорились о том, что мы вместе будем производить и в Беларуси, и в Сербии, и продавать в третьих странах и на рынках, которые еще и у белорусов, и особенно у сербского государства не потеряны. Господин президент, я благодарю вас за сегодняшний визит, за то, не побоюсь этого сказать, мужество, которое вы проявили, приехав в Беларусь в нынешней ситуации, которая складывается вокруг нас в Европе. Поверьте, это будет на пользу наших народов, и вы об этом никогда не пожалеете. Дамы и господа журналисты, уважаемый господин президент, спасибо сначала за возможность уже первый год своего мандата посетить Беларусь и попытаться, я уверен, что мне удастся это сделать, исправить некоторые ошибки предыдущих сербских администраций и создать более благоприятные условия для нашего взаимного сотрудничества. Беларусь мы зачитываем в число своих самых больших друзей. Мы благодарим вас за поддержку, которую вы оказываете Сербии в ее борьбе за сохранение территориальной целостности и независимости в Косово и Метохии. Вы чаще приезжали в Сербию, чем президенты Сербии в Беларусь. Вы приезжали, когда мы находились в очень серьезной ситуации. Вы высказали и свое мужество, и, так сказать, противостояние, когда вы посетили нас во время бомбардировок, и мы это никогда не забудем. Когда вы нас обошли во время бомбардования, и мы то не будем забывать. Развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Республикой Сербия и Республикой Беларусь. Награждаю орденом Республики Сербия на ленте Александра Лукашенко, президента Республики Беларусь. Указ подписан президентом Республики Сербия. Представим.
рынок Балканского региона для нас является очень важным и перспективным направлением деятельности. За последние 8 лет наше торгово-экономическое сотрудничество составило порядка 20 миллионов долларов США. Это поставка свыше 200 единиц техники, как дорожно-строительной, так и пассажирской техники. С 2010 года у нас успешно функционирует сборочное предприятие, которое находится в Сербии. Это сборка автобусов на газовом двигателе. В этом году мы планируем расширить линейку моделей поставляемой автотехники, автобусов. И наше сотрудничество на этот год составит порядка 100 единиц автотехники на сумму примерно 10 миллионов евро.